Самарской области жители, оказавшие содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта, смогут получить выплату в размере 30 тысяч рублей. Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключения контракта с вооруженными силами может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. Напомним, с 16 октября в Самарской области увеличена единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 2 миллиона рублей. Выплаты за первый год службы не менее 4,5 миллионов, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Телеграм-канал Красноглинского района напоминает о неделе борьбы с инсультом, которая проходит с 28 октября по 3 ноября. К симптомам инсульта относятся головокружение, потеря равновесия и координации движения, проблемы с речью, онемение, слабость или паралич одной стороны тела, потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие. С праздником бабушек и дедушек поздравляют подписчиков телеграм-канала Куйбышевского района. Это особый праздник, напоминающий о необходимости выразить всю свою любовь и благодарность тем, кто окружает нас теплом, мудростью и заботой. Старшее поколение всегда делится своими жизненными историями, ценными советами, а бабушки еще и рецептами. Вкусно, как у бабушки, это всегда самый большой в мире комплимент. День бабушек и дедушек отмечается 28 октября. Напомним также, что этот год объявлен в России годом семьи.